Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный. У микрофона Анастасия Гарбар. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на тушение пожаров, загораний и ликвидацию других ЧС спасатели совершили 2900 выездов. На пожарах погибли 9 граждан, 27 пострадали. Более 220 человек были спасены и эвакуированы из опасных зон. Прямо сейчас подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. В понедельник вечером на улице Луговой горел частный дом. О происшествии бойцам МЧС сообщили очевидцы. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, стало понятно, что пламя вспыхнуло в коридоре. Загорелась мебель. Однако огонь оперативно захватил часть здания. В результате пожара повреждено имущество и деревянные элементы постройки на площади в 40 квадратных метров. Что послужило причиной пожара, сейчас устанавливают специалисты. По одной из версий, причиной ЧП мог стать поджог. А вот в среду в столице на проспекте Пушкина горел сезонный киоск для торговли овощами и фруктами. Когда спасатели прибыли на место, пламя уже полностью охватило конструкцию. Загорелись деревянные поддоны и упаковочная тара, а также лакокрасочное покрытие киоска. 10 минут понадобилось огнеборцам, чтобы побороть стихию. Точную причину возгорания еще предстоит выяснить. В результате происшествия киоск практически полностью сгорел. Минск чрезвычайный. 10 человек были спасены на пожаре в одном из столичных многоквартирных домов в пятницу. Огонь вспыхнул в пятиэтажке, расположенной на улице Голодеда. Около 5 утра в дежурную службу МЧС по номеру 101 позвонили встревоженные соседи и сообщили о дыме, шедшем из квартиры на первом этаже. Оперативно прибывшие огнеборцы обнаружили в трехкомнатной квартире охваченный огнем диван, а в коридоре 62-летнюю хозяйку. Она была без сознания, с отравлением продуктами горения и термическими ожогами пламенем. Всего 15% тела, пострадавшая пенсионерка, инвалид второй группы, была госпитализирована. Спасателям пришлось эвакуировать и жильцов верхних этажей. Предположительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении хозяйкой квартиры. Помните, неосторожность при курении – основная причина пожаров и гибели людей от них. Так, за 10 месяцев текущего года по этой причине в республике произошел уже 991 пожар. 446 из них по причине курения в нетрезвом состоянии. За это время жертвами огня, вызванного сигаретой, стали 247 человек. Это сами курильщики и те, кто от них пострадал. Для привлечения внимания к проблеме пожаров и гибели людей из-за неосторожного обращения с огнем при курении, вчера в республике стартовала акция «Не прожигай свою жизнь». Помимо работников МЧС, в акции примут участие активисты белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных, а также представители других организаций. Продлится акция до 30 ноября. Минск чрезвычайный. Каждую неделю в оперативных сводках спасателей появляется информация о загорании автомобилей. В конце минувшей недели сразу несколько столичных водителей стали пешеходами. Огнеборцы трижды выезжали на тушение машин. Два случая произошли в пятницу. Так, днем на подземной парковке торгового центра на улице Денисовской огонь вспыхнул под капотом «Ситроэна». Быстро среагировавшие работники торгового центра с помощью порошковых огнетушителей сумели справиться с пожаром еще до приезда подразделения МЧС. Причиной инцидента могло стать короткое замыкание электропроводки авто. Оно же, вероятно, привело и к другому возгоранию. Вечером, прямо во время движения, на улице Рафиева загорелся легковой автомобиль «Мерседес». В субботу во второй половине дня пожар случился на гостевой стоянке Музея истории Великой Отечественной войны по проспекту Победителей. Огонь вспыхнул под капотом «Фиата». И в этом случае вероятной причиной происшествия также могло стать короткое замыкание. Если вы спросите, какие автомобили горят чаще, здесь однозначного ответа нет. Горят и новые дорогие автомобили, и старые. Поэтому своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать нужно любую машину. И делать это только на лицензированных СТО. А еще обязательно укомплектуйте свой автомобиль первичными средствами пожаротушения. И счастливой дороги! О происшествиях сегодня все. Соблюдайте правила безопасности. Я с вами прощаюсь до следующего вторника и хорошего всем дня. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.